Заман Хайросын ГРТ каналында Гагаузия Гюнгюндан программасы бянунын көтөрүчүсү Марина Тапал. Сейчас ура келди, яз ушаклар чыктылар каникулара дененме гүннерине, ама пайдаланды бөлө бир соруш анналарын, бабаларын өнүндө һәм полиция узмандарын өнүндө ниче ушаклар кендилерине жолда көтөрөчүлөр бу яз вакыды, болочек моннорун янында бир кимсе бүйүк инсан, анасы, бабасы яда сенселеси аны кечирсин оннору жолдан, жокса да өлө инсандар якшер ушак кендиси кечсин. Бу нейтлен полиция узманы кечирер түрлүү олайлары Гагаузиянын күйлөрүндө, касабаларында нереде аныдырлар ушаклара бу курallar үчүн. Биздин студиябызда булнер полиция узманы жүмне бөлүмүн баш узманы Ольга Дудка. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Спасибо. С каким настроением сегодня пришли к нам в гости? Хорошее. Хорошая. Скажите, отдел общественной безопасности, вы там старший офицер в полиции Камрата. Скажите, что это за отдел и чем он занимается? Отдел общественной безопасности осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Молдова в первую очередь и на основании закона 320 и 288. В чем заключается работа вашего отдела? Работа нашего отдела заключается в том, чтобы проводить информационные мероприятия с населением, с учащимися, проводить лекции. На данный момент ваш отдел проводит мероприятие, которое посвящено детям. Вы обучаете их правилам дорожного движения. Такие акции прошли в селе Кангас. Давайте посмотрим сюжет. Наша съемочная группа была вместе с вами. Приятное и полезное. Камратский инспекторат полиции поздравил детей многофункционального центра «Кангаз» с Международным днем защиты детей и провел лекцию о правилах дорожного движения. В форме игры и загадок ребятам рассказали о правилах дорожного движения. Был продемонстрирован и мультфильм на данную тему. Сначала я порекомендовала бы начать с самых элементарных правил дорожного движения, таких как переходить через дорогу на зеленый сигнал светофора, также переходить в положенном для этого месте через пешеходный переход. Также необходимо дополнить о том, что в общественном транспорте необходимо уступать место старшим. Такие профилактические мероприятия инспекторат полиции проводит постоянно, и они дают свой результат. Очень актуально, очень значимо. Все эти тех событий, которые у нас сегодня происходят в части невнимательности правил дорожного движения, как со стороны пешеходов, так и со стороны водителей транспортных средств, информирование с детского возраста имеет большое значение, потому что дети начинают становиться участниками дорожного движения. Естественно, внимательность их поведения на дороге очень актуальна и очень значима. Дети должны быть внимательными на дороге и не забывать о правилах, поэтому такие лекции нужны. Летняя пора, они остаются без попечения больше всего родителей, сами представлены сами себе правила дорожного движения и безопасность, травмоопасность. Это очень полезное мероприятие, подготовленное инспекторатом полиции. Спасибо им огромное за это. Инспекторат полиции также организовал праздник для детей. Конкурсы, эстафеты и танцы провела клоунесса Бабочка. Было много интересных игр, полезная информация. Узнали, как хорошо вести, правильно вести себя на дорогах во время каникул. Как защитить себя от буллинга и других окружающих. Танцы больше всего запомнились. И, наверное, когда перетягивали канат. Вообще очень весело, интересно было. Было много интересной информации. Все, что нам нужно было знать и раньше, мы знали об этом, но еще больше информации поступило. Рассказали, как правильно вести себя на дороге, как защитить себя от буллинга. Было очень весело, интересно. Веселые танцы были, перетягивали канат, мне очень понравилось. В завершении праздника дети получили сладкие подарки от инспектората полиции города Камрата. Вот такая вот веселая акция и поучительная, и на языке детей, то есть в форме игр, в
форме развлечений, еще и попалась на День защиты детей. Да-да. Расскажите, как, в чем цель данных мероприятий? Мы проводим в основном лекции в школах с детьми, и целью данных акций является сближение с полицейским, снижение совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними, а уж тем более и дорожно-транспортных происшествий с их участием. А в формате подарков, игр и конкурсов это намного интереснее для них. Такая акция проходила еще и в селе Кангасчик, прямо на последний звонок. Наша съемочная группа тоже там была. Предлагаю посмотреть, как это было. Улай кечерилди биринчи класстан бешинчи класса кадар ушаклары таныштырма йол кураларынын хем тербие этме ушакларда күчүктөн так культурайы неже кендини көтүрмө айылда. Да, не истердим сөйлеме, аны язын заманында истердим ушаклар атсынлар, олсунлар ачык көз, йолу кечеркен, светофору яклаштынын баксынлар, не сой янер светофор, не со светофора варынжа гитме. Корусуна кендерин. Не истердин данышма, епси аналары, бабалары, ани брамасына ушаклары ялныз чыксынар ивден, йолу кетсинлер. Если ушаклар ким ани уже яшлы, үйретсинне онлары нинче лазым доору кечме йолдан. Дерсин сүрөсүндө узмандар ушаклары аннатылар неже хата улайя düşмеме жолда. Аннатылар неже үйрөнүчү кендиси жол разгелмесини япмасын, хем дикатсыз шофёрун курбаны болмасын. Адырым бабалары, аналары аны корусунар кенин ушаклары эмде ачан колерел унары евден осо жолдорло бирери аннатсынар онлары неже оннар кетишинен жолу эм неже оннар ойнатсынар жолдорда азыр бизде дело кадар чок бар спортив площадкалар аны диннинсин ушаклар эпо кадар оридан лям жетишме да оннар лям корусунар кендилеринин эмде таа явач кетишинен жолу качмасынар о кадар янда дил лазым янда кезер бүйүк машиналар. Хер заманкы юретим олайлары башланкы классларын юренечилеріне дейін ярдым едечкілер онлара доору көтірмә кенділеріне елда. Сөледе юредеджи Иван Мавради. Ушакларда кенді сырасында нышанадылар ани темел кураллары билерлар. Савашерлар онлары есаба алма. Я знаю правила дорожного движения. Бен йол кураларыны билерим. Ушаклар бичиклетайлан йол бойында гезинсинлер лазым. Йолу доору ерден гечме лазым. Хер заман светофора батма. Смотреть на светофор. Йолу лазым белледен ерден гечме, хем йолда качмама. Бөле юретим олайлары бүтін Гагаузияда кечерлен ерлар башланкы классларда ушаклара дейіне. Бундан кария Комрат муниципиясының полиция узманнары яслачылара дейіне да дизгинжай күйінде дерси кечерділер. Марина Тапал, Полина Барбова, Артем Тапал, ГРТ Хаберляр. Такая акция, как и говорилось в сюжете, проводится практически во всех населенных пунктах автономии. Сейчас это как никогда актуально. Дети ушли на каникулы, многие остаются без взрослых дома. Часто выходят гулять, на велосипедах кататься. Вы, общаясь с детьми, столкнулись ли с тем, что мало знают правила дорожного движения? Говорим, элементарные, основные. Либо вообще не знают, либо хорошо знают. Вот как дети проинформированы? Да, мы действительно столкнулись с такой проблемой, что несовершеннолетние мало осведомлены о правилах дорожного движения. И хотелось бы немножко напомнить им об этом. То есть на пешеходных переходах быть внимательнее, при переходе через светофор тоже оглядываться на светофор. На велосипедах, опять же, на проезжую часть не проезжать и не выбегать, наверное, на дорогу. И не выбегать, естественно, на дорогу, только посмотрев вправо-влево. Как появилась идея проводить такие акции? Есть, наверное, какая-то статистика, которая... Вот какая статистика есть в Гагаузии с участием несовершеннолетних на дороге? Да, из общего числа ДТП всего за 23 год у нас 14 ДТП произошло, из которых 3 ДТП с участием несовершеннолетних и 4 несовершеннолетних пострадали.
Один из случаев у нас был в Камрате с участием квадроцикла. И двое несовершеннолетних были травмированы. Это о чем говорит? Это с каждым годом увеличивается такие количество происшествий? Да, у нас наблюдается рост. Так. И говорит о том, что родители плохо осведомлены о... Может быть, они мало проводят беседы дома с детьми, чтобы проинформировать их о правилах дорожного движения. Может, чаще всего они провожают их в школы. В школы у нас ведь тоже находятся у дорог, и у многих школ даже нету светофора, только пешеходная дорога. Родители, естественно, провожают своих детей, но иногда детям приходится и самим добираться до школы. Это вот тоже говорит о том, что это совместная работа с вашим отделом и с родителями, и с учениками. Расскажите про это немного. Хотелось бы еще отметить, что управление квадроциклом разрешено только с 16 лет и с категорией B1. Ну, велосипедом детям разрешается управлять уже с малых лет. Поэтому необходимо с инструктором проводить лекции для того, чтобы в дальнейшем управлять данным видом транспортного средства. Какие еще акции запланированы на этот год? Сейчас с началом летних каникул началась спецоперация «Забота», целью которой является информирование несовершеннолетних. Мы проводим разные мероприятия совместно с Союзом автоводителей в лице Сергея Константинова. Проводим различные мероприятия в лагерях. Где-то уже успели побывать? Пока только вот с началом летних каникул мы побывали в Кангайчике и в Кангазе. Пока еще нет. Как дети реагируют на такие акции? Бывают ли у вас какие-то вопросы к ним? Они с охотой отвечают? Знают ли они эти правила, о которых идет речь в дискуссии? Им интересно, конечно же, обо всем они не могут знать. Для кого-то что-то, кто-то новенькое подчеркивает для себя, кто-то уже знает и повторяет для себя. А что побудило вас проводить такие информационные мероприятия? Может быть, какие-то случаи расскажете, которые проходили на территории Гагаузии, что дали толчок этой идее? Да, у нас был, вот я выше говорила о случае с квадроциклом, где двое несовершеннолетних пострадали. Был случай около на пешеходном переходе. Ребенок со школы шел домой и из-за своей невнимательности при переходе через пешеход был наезд совершен. После это, этого... за последний период был. После этого даже установили светофоры у этой школы. Это... После этого больше начали проводить мероприятия по информированию населения. Насколько это важно сегодня, на сегодняшний день? Естественно, это очень важно, так как каждый день случаются различные инциденты, поэтому... Поэтому необходимо знать правила и их соблюдать. Да. Я, как уже и говорила, уже начались каникулы, поэтому как бы вы хотели обратиться к ребятам, которые сейчас находятся дома на отдыхе, и к родителям, которые оставляют своих детей, вынуждены оставлять своих детей на полдня, либо на целый день одних? Ну, в первую очередь хотелось бы отметить, что если дети остаются дома одни, незнакомым людям не открывать дверь ни в коем случае, только... Если они действительно знают этого человека, быть аккуратными на дороге, быть аккуратными на озере. Сейчас начнется сезон скоро, и поэтому... В общем, следить за тем, где переходить дорогу, есть ли там машины. А водителям как нужно вести себя на дороге, чтобы не попасть в такую ситуацию? Водителям тоже в первую очередь нужно быть внимательными на дороге, потому что они отвечают не только за свою жизнь, но и за жизнь, кто вокруг.
Спасибо, Ольга. Мы вас благодарим за то, что вы сегодня приняли участие в нашей программе. Побольше проводите таких информационных акций, чтобы дети знали эти правила и соблюдали. Спасибо. Гагаузия Гюнгюндан программа «Сетиштекенде» сонна. Сискалым бізімнің ғыры тек аналында.